Всем добрый день, меня зовут Надежда, рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня у нас третий день весенних стартов с Анастасией Ранашко. И у меня в кадре очередной клубочек-моточек и списы. И сегодня я буду начинать очередную пару следочков. Хочу начать что-нибудь для мастер-класса, для канала, да. Посмотрю, подумаю над моделькой сейчас. У меня акрил в три сложения. Можно взять любую, наверное, пряжу. Ну, буду думать, что хорошо на нее ляжет. И я взяла маленькие круговые спицы номер 3,5. При моей плотности данный акрил более-менее на слитках, на тапочках хорошо ложится. И я сегодня начну модельку, возможно, которая в будущем окажется у меня на канале в формате мастер-класса. Я пойду начинать и вечером уже подключусь, покажу вам, что у меня получилось, получается и что это будет в итоге. Подключаюсь к вам снова уже вечером. Связала я макушку вверх следочка. Вот таким он у меня получается. Решила в этот раз резиночку вязать с платочной вязкой вместо резинки начала. Да? И сверху вот такой вот ажурчик просто из дорожек. Мне нравится то, что у меня получается, в принципе. Я подобные слитки уже вязала с дорожками, только у меня дорожка шла посередине из двух петель. А здесь я решила поставить из одной петли и пустить с дорожки ажурные по бокам. Вот сейчас думаю в раздумьях над оформлением стопы. Хочется что-нибудь интересное придумать на нее и поставить. Наверное, эту работу пока отложу, покумекаю над стопой, как ее лучше сделать, красивше, что ли. И если придумаю что-нибудь удачное, возможно, запишу что-нибудь в формате экспресс-мастер-класса подробного для начинающих. Ну, а для не начинающих, кто сообразит, будет подобное видео своего рода шпаргалкой. Вот, поэтому как-то так. Пока мне нравится то, что у меня получается. Пряжа ложится так, как мне хотелось, на спицах 3,5. В принципе, многие вяжут на четверке, на пятерке данную пряжу. Я напомню, у меня это акрил в 3 сложения. Но на четверке, пятерке я бы, наверное, предпочла вязать джемперы, свитера, наверное, из данной пряжи. А для слитков вот я предпочитаю более плотное вязание. И поэтому взяла спицы номер 3,5. Можно было бы даже неплохо бы смотрелось, я думаю, на спицы номер 3 тапочки. Но уже не ажурные, да, не ажурненькие, да, а более такие плотные. Если, допустим, взять косы какие-то сюда положить, то вполне возможно при моей плотности непосредственно, ну, конкретно при моей, может быть, даже легли бы неплохо на троечке. Вот, поэтому этот процесс я пока отложу, буду думать над пяточкой. Ну и заканчивать на сегодня отчет. У меня отчеты небольшие, к сожалению, поскольку и работы тоже не крупные, да. Но, тем не менее, есть чем похвастаться. Вот. Напомню, что у нас данная неделя стартов принимают участие более 30 девчонок. Ссылочки на каналы я оставлю внизу. Все каналы интересные довольно-таки. Есть начинающие, совсем новенькие каналы. Девчонки молодцы, конечно. Я не всех еще просмотрела и не по всем успела пробежаться. Точнее, пробежалась я по всем, но ролики не у всех еще посмотрела. И у многих, да не у многих, есть у всех, есть что посмотреть интересное и подчеркнуть для себя. Поэтому ссылочки внизу, проходите, смотрите, возможно, вы откроете для себя много новых каналов. Сегодня буду заканчивать. Спасибо за внимание и до завтра, до следующего старта. Пока-пока.